Сегодня состоялась долгожданная конференция, которую ждут все молодые ученые России. Не только конференция, но и конкурс «Молодые ученые 2014», который действительно, хотелось бы сказать, что собирает всех лучших молодых ученых, которые в течение целого года, а может быть даже и несколько лет, проводят интересные исследования в области спортивной медицины, физиологии спорта и, соответственно, и психологии спорта и так далее. Что сказал проректор по учебной части Байковский? То, что победители на данной конференции уже все ученые молодые, которые приехали сюда и, соответственно, сегодня покажут в течение 3 дней покажут самые интересные доклады, которые, конечно же, высокая комиссия оценит по достоинству. Сегодня лаборатория спортивной медицины и физиологии «Гераклеон» приняла участие с докладом на итоговой межрегиональной конференции «Молодые ученые спортивной науки 2014», которая проводится среди студентов, аспирантов, магистрантов и докторантов Российского университета физической культуры и спорта. Нами был представлен доклад о особенностях физической подготовленности атлетов-кроссфитеров. Данный доклад вызвал, можно сказать, бурное обсуждение среди слушателей и среди комиссии. Комиссия, прежде всего, акцентировала внимание, почему именно такую батарею тестов мы выбрали в качестве диагностики атлетов-кроссфитеров. Насколько мне удалось понять, наверное, еще у них слабое представление о соревновательной практике и, в общем и целом, слабо представляет, что из себя представляет кроссфит. Поэтому мы, так скажем, поясняли и эти моменты. Среди слушателей вопросы были такого плана, нет ли риска травматизма, не вредно ли для здоровья и так далее. На все эти вопросы нам предстоит ответить в ближайшем будущем, потому что статистику продолжаем собирать. И я надеюсь, что на следующих конференциях количество наших докладов будет расти. Love me, love me, love me, love me.